Итак, завершающий четвертый сет работы с шеей, ну, с воротниковой зоной, если вы только с воротниковой работаете, да, в принципе, этого достаточно. Но если мы работали со спиной, нам надо вернуться, то есть у нас целиком был, да, участок от ягодиц до головы, то нам надо вернуться обратно, и уже вот эту за это время остывшую часть, видите, она побелела, а тут покраснела. Тут мы недавно работали, а тут как бы упустили, да. Нам надо ее тоже немножко взбодрить. И вообще для перехода к следующим мануальным тракциям, трастам, манипуляциям мы будем дальше сам позвоночник тоже раскачивать, добавлять в него вибрации, растягивать опять же, декомпрессировать его. И вот сейчас я как раз об этом во всем расскажу. Так, с головой мы закончили. Вот эти вот уши проходили. Тут опять возникли вопросы по поводу перевернутого зародыша ребенка, да? Ну, в принципе, вот здесь присмотритесь, то видно. Вот его челюсть, вот голова, вот тут ухо, соответственно, посередине, да? Глаз чуть ближе вот сюда попадает, да? Здесь пошли вот хребет, вот грудной отдел пошел, вот поясница, вот крестец, а копчик туда загибается. Соответственно, здесь вот у него ноги, вот тут половые органы, вот тут руки у него получается, да? То есть мы сейчас не занимаемся точечным массажем, да, в прямом смысле слова, а просто так прорабатываем, прожимая вот как минимум два ободка, наружный и внешний ободок, да, как бы стимулируя акупунктуру его, вот, ну, через акупунктуру его позвонки, да, то есть где-то пошла энергия здесь. Некоторые люди говорят, там что-то я нажал, да, какую-то точку, ой, прям в голову дало, или в плечо, или в руку, или в колено, да. Вот бывают такие как бы фокусы. Ну, на самом деле, это ничего, это не волшебство никакое, да. Это те, кто занимается акупунктурным массажем, они все эту карту человека знают. Просто вот немножко сейчас хочу на этом остановиться. Потому что по системе голографической реальности Вселенной, голограмма, знаете, что такое, да? Приблизительно. Ну вот, первый принцип голограммы – это когда на лазерным инфракрасным лучом мы светим на поверхность, на которой вроде бы рисунка нету, там нарисованы интерферационные кольца. Но отраженный свет формирует в пространстве объемное изображение. Это вот, ну, как бы много во Вселенной так построено. И в человеке то же самое. Человек как единая часть Вселенной, как одна единая частичка, которая все копирует. Поэтому вот мудрецы или там в религиях часто говорят, что вверху, то и внизу, да? Что внутри, то и снаружи. То есть есть, где Бог, он и где-то там находится, за небесами там где-то, да, и внутри нас, в каждой частичке. То есть все одновременно друг друга копирует. И человек как нельзя лучше всего это нам показывает. То есть карта человеческих органов и всего его тела, она многократно повторяет самого себя друг на друге, ну, на самом себе. То есть на спине также есть точки, отвечающие там за почки, печень, там селезенку и так далее. На черепе они также есть, на лице они также есть, на каждом зрачке они есть, на каждой стопе или ладони они есть, на каждой фаланге пальца они еще раз себя повторяют, понимаете? И вот многократно вот в этом массаже мы тоже повторяем много движений, да? Ну, во-первых, воздействие на акупунктуру, да? Во-вторых, на внутренние органы мы много раз, получается, и на позвоночник в том числе воздействуем. То есть позвонки еще и вот так идут. Вот эти вот две точки, парные вот эти точки, да, которые мы проходили. Сейчас мы просто не задумываемся, за что они отвечают, да? Но вот в Шаолине, например, они брили голову на лысо и на каждой точке рисовали иероглиф, отвечающий за определенные органы, то есть как бы, ну, магический какой-то магии они пытаются там через череп, да, на них воздействовать, излечиться, силу какую-то приобрести, да, наполниться какой-то энергетикой. Вот, ну, иногда я там подшучиваю, что вот я тут сейчас тебе нажал там на копчик, да, вот тут на крестец, вот тут вот там, вот тут вот там на правое яичко, тут на селезенку, ну, просто чтобы человек как бы был подготовленный, да. Вот, ну это такое юмористическое отступление. А сейчас вот в чем смысл? Вот мы прошли ну, завершение всей вот этой процедуры, да, вот такой вот большой. Мы проходим эти точки. Здесь вот на шее они тоже есть, продавливаем. Если не находим их, ну шея бывает либо втянута, да, либо слишком много мясистых тут вот у него продольных вот этих вот мышц, да, то тогда мы мышцы вот эти все вот так продавливаем. Доходим до соединения шеи с грудным отделом.
еще раз трапецию. И дальше можно один проход сделать, можно три прохода. Вокруг каждого позвоночка, костистого отросточка. Проходимся вниз. И видим, вот у него, видите, смещение уже пошло сколиотическое. Вот видите, не по центру. Вот центр идет, да? Вот эта грудная часть чуть-чуть сбоку. Вот, где-то там зажимы диагностируем, да? Вот так вот вокруг позвоночков каждых. Так любовно доходим до крестца. Крестец тоже так стараемся отжать. Декомпрессия такая вот, можно с вибрацией запустить. Первый проход. Второй проход мы можем делать скобы такие вот, как бы на позвонки с двух сторон. Через один, видите, мы их как бы... Вот отростки идут, да, вот так вот. Мы как бы на один давим сюда, на другой сюда. Переходим на следующую пару в обратную сторону. Вот так вот, как бы мы их расшатываем, да. Подготавливаем к следующим манипуляциям. Вот. Можно в мышцы давить. Это еще один проход. И, ну, то есть получилось как скоба. Вот такая, да, у меня получилась по очереди. Потом по очереди вот так вот до конца. Давим прямо в позвоночник, в хвостистые отростки, да? И четвертый уже проход, это когда вот мы мышцы отодвигаем в стороны. Можно так отодвигать, а можно наискосок. Пальцами вот так раздвигаем. Опять же доходим до вот этого места. Теперь бери крупнее план. Приемчик такой, как бы из двух пальцев. Мы делаем такие шестереночки маленькие вот этими косточками. Шею. Так вот прокатываем. Иногда так делаю, мне человек спрашивает: ой, это ты что там, взял массажер какой-то? Я говорю: нет, пальцами. Доводим до конца и меняем положение нашего тела. Видите, я уже здесь стою. Я уже стою напротив его спины. Еще раз несколько раз можно энергию запустить. Вообще вот в энергетическом плане все вот эти вот работы с позвоночником от головы до копчика, да, мы энергию запускаем и концентрируем, накапливаем ее в той точке, откуда у нас начинается энергия кундалини. Вот. Но поскольку мы сейчас энергетику не проходим, да, мы просто делаем поверхностный массаж. И вот такой теперь приемчик. Ну, давайте образно еще представим. Если мы до этого говорили про ракеты, которые запускали, да, у нас есть шахты сейчас пустые. Мы к ним снова проводим, внедряясь косточками вот между... осистыми отростками и валиком мышц пониже. Так вот глубоко здесь вот проходим и доводим до конца. То есть прокладываем рельсы. Рельсы. Проложили до шахты, до нашей, да? Шпалы положили. Обратная вибрация, видите, включается. Крестец тоже захватываем. Еще раз с другой стороны. С утяжелением можно. Вот я вторую руку утяжеление делаю, да? Рельсы. Прокладываем вторую дорогу. Шпалы. Ехал поезд. Запоздалый. То есть по той же траектории, потом уже валику, да, я иду уже острием локтя вот этим местом, да. Прямо от крестца. Видите, откуда начинаю? Некоторым людям, ну, смотрите, по подготовленности человека, да, некоторым помягче делается, да, кто готов уже, да, тому прямо вот внедряется острием локтя туда. Вот, уже ехал поезд, везет ракету, вот, все предплечье, отсюда до пальцев, это наша ракета. Везет и устанавливает вот туда в шахту. Поставил, видите, мы даже растянули дополнительно ему вот эту вот растяжку сделали, повернув голову. Поставили в шахту. И поезд... свободный, пустой, ушел обратно. И еще одну ракету устанавливаем. Оставим их до следующего сеанса массажа. Вот поставили. И, о, видите, опять трапециевидную мышцу приподнимаю. И с вибрацией вот такой увожу. Поезд уехал. Вот, еще раз повторяю, как эта вибрация делается. Второй рукой, смотри на меня поближе. То есть вот туда мы ехали достаточно сильно. Вектор упора был туда, под 45 градусов. В ребра ему, в тело, да? Вот туда. Я второй рукой давил достаточно сильно. То есть вторая рука создает давление. А обратно, когда уезжал, я второй рукой вот так вот просто
раскачивал. Не так-то сильно уже давлю. Просто добавляю вот такое вот качание. Когда пустые вагоны едут, они же больше качаются, да? Сделали. Теперь нам надо это место с ракетами скрыть. Мы ставим обе руки вот так вот, да? И за все вот эти, все эти рельсы смываем, как бы наводнение пошло вот так вот. Одна половина. А на самом деле делаем декомпрессию. Во-первых, вибрация, да? Все тело вместе с шеей участвует. Растирание и декомпрессия вот туда. Видите, весь позвоночник большими валиками мышц, своих мышц, давлю. То есть я тут уже не косточкой давлю, чтобы ни в коем случае на остистые отростки не попасть. Раздавили, да? Фу. После потом прошло землетрясение. Вот немножко мы земные слои поменяли. Вот так вот, видите? Смещение тектонических плит. Да, смещение тектонических плит произошло. Земля раздвинулась во все стороны. Вот смотрите, мы по спирали, по диагонали, растягиваем его, упираясь в эту косточку и в лопатку, да, вот сюда. Потом сюда можно захватывать. Некоторые люди, когда прям большую часть тела захватывают, сразу широко, видите, сразу мы все тело подготавливаем к следующим приемам. Далее. Вспахали.